Всем привет! С вами Вероника Адамс, и сегодня мы будем тестировать вот эти прекрасные и необычные напитки. Возможно, вы уже пробовали их, но я вот такой вот еще не знаю и не пробовал, поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, мы с вами обязательно пробуем и протестируем эти интересные напитки. Итак, для начала, знаете, что я заметила? Вот эту голубенькую водичку, это мы оставляем, это у нас будет попозже. Итак, называется Басит. Басит, вот такая какая-то милая зефирка нарисованная, и написано Tutti Frutti. Здесь плавают вот такие косточки. Вот, интересно, интересно. Так что давайте пробовать. Взрыв вкуса написано на обещать. А еще я не сказала, что эти напитки из фикс прайса, помимо фанты. Вот этот напиток из фикс прайса, вот такой с единорожкой, и дабл бабл, вот такой тоже из фикс прайса. Поэтому давайте тестировать, потому что очень интересно. Я очень долго ждала этого видео, этой съемки, чтобы реально затестить и рассказать вам, поделиться вкусняшечками с вами. Так, открываем эту... Ох-ох-ох-ох, до краев, о, господи боже. А что так сладко-то? О, господи. Не советовала, только из-за цвета советую для фотографий разных интересных. А на самом деле очень приторно, очень сладко и... Знаете, как какая-то дешевая газировка, дешевская такая, прям какой-то, не знаю, юпи с пакетиком, потому что я их никогда не любила, эти всякие юпи, но что-то такое. Не мой напиток, конечно же. Нет, двоечку ставлю, как бы, и то этих два, наверное, и то этих два балла из-за... Классные упаковки и цвет, а на вкус это не мое, мне не нравится. Открываем фанту. А почему фанту? Потому что большой бутылки у нас уже нету. Фанты лимон. И поэтому тестируем жестяной. Ну что? Ой, соскочила. О, кайф. Фанта лимон, вот это кайф. Это опять испытываем. Это тема, а газиков сколько, просто 1 500 000. Давайте пробуем. Нет, а вот фанту давайте на потом оставим. Давайте пробовать вот эту единорожку, потому что фанта это вещь. Очень вкусно. Так, ну давайте, написано фантола, баблгам, газированный напиток с такой единорожкой. Вот так это все выглядит. Мне интересно, что же нас здесь ждет за вкус. Вернее, какой? Да что происходит? О, а это? А мне нравится. Вкус, знаете, лавки из жвачки. А это тема. А я бы взяла еще. А мне нравится. Интересно, баблгам классно. Ух, а какой он ядреный, а походу розовый еще. Да, розовый. Какое оно холодное просто. Да, я сегодня супермен, кстати. Обратите внимание. Ставьте лайки за мою офигенную кофту. Ну и, конечно же, шапочку. Что я? Наряжалась просто так. Все ради этого, конечно же. О, фанту. Такую как протестируем в банке. А, ногти мои пока скажут. А, жалко, жалко, жалко. Нет, сейчас все будет хорошо. А это что такое, быканул, что ли? О, тут порозовей. Кстати, в банке вкуснее, чем в бутылке, вот серьезно.
сколько раз убеждаюсь, что в таких маленьких баночках напиток вкуснее, чем в больших пластмассовых. Здесь газики сохраняются лучше. Итак, я потом, конечно, назову фаворитов, что мне больше понравилось. Но напоследочек нас ждет еще вот такая дабл-бабл-кола. Тут я динамит держу какой-то, знаете, под кофту. Так, ну все, давайте вскрываем. Эти напитки я нашла реально случайно. Думаю, а что такое? А я, наверное, 6 лет не была в фикс-трассе. Ну, поэтому надо как-то, да, менять все и пробовать так. А что-то какое-то не очень. Ну, на разок пойдет, но какой-то тоже химозный вкус. Как-то мне не очень. Ну, если вообще ничего не было бы, я бы выпила, в принципе, на четверочку. Ну, или на 3 с плюсиком, как-то так. Может быть, но тоже как-то химозно. Кстати, очень даже похоже на эту. Как там была? Ага. Вспомню, напишу я вам здесь. О, это уже лучше, чем вот это. Это вообще отврат, это порнография какая-то. Чисто красиво будет для фотосъемок, там в бокал налить. Да, будет красиво, но это самое низкое из всего. Сейчас скажем первое место. Блин, очень сложно. Вот эти два моих фаворита. Не могу выбрать. Но привлекает меня больше, потому что оно новое. Это я пробовала. Нет, давайте все-таки сделаем, что первое место все-таки Фанта Виноград выигрывает. Ну, давайте так уже. Не будем брать Фанту. Первое место у меня Фанта Виноград. Именно в жестяной бутылке, в баночке. Потом идет вот это. Я даже их на первое место двоих бы поставила, на самом деле, потому что двоих. Оба на первом месте, обе баночки. Выбрать очень сложно, поэтому это два первых места. Второе место это Фанта Лимон, и второе идет. Третье у меня будет Дабл Бабл. И четвертое, по совместительству пятое и никакое, вот эта вот штучка мутная с косточками. Поэтому как-то так, да. Вот, мне вот это прям задело, интересно. Это же тоже первое. Не могу разбираться. Фанту просто я уже привыкла и знаю. Вот это все. Пойду еще за добавочкой, как буду в Бресте, конечно. Вот такое у меня вкусное и газированное видео. Вот. Кому понравилось, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что у меня еще много чего интересного есть в Инстаграме. У меня 3 аккаунта в описании этого, под описанием этого видео будут написаны и ссылочки на мой аккаунт. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки. Если будет много лайков, то будет больше видео. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!